Всем привет, вы на канале Panda Play, меня зовут Дмитрий, у нас сегодня с вами инди-хоррор под названием The Demon of Black Hill Cemetery. Я начитался в фольклоре, я так понимаю, про демонов, что-то там... Здесь всегда были истории о что-то сто лет... о столетнем ком-то. Один замок в городе каком-то там, они говорили о демонах в городе, и каждую полную луну были какие-то души. Северные люди, будь будь так, имели дезапир здесь и что-то там граундкипер. Я прибыл в город, и призраки со мной с чего-то клейм, это демон, шоувинг. Я верю в это Warrants Investigational, что-то скептически. Сегодня полная луна, я нацелен проверить эту что-то там суппост демонов, и факт, это факт или фикция? Выглядит вызывающе, наверное, инвайтинг или как-то. Инвайтинг это. Инвайт это пригласить. Инвайтинг это вызвать. И вызывающе. Можно обратно пойти. Я не хочу сюда. Я не хочу сюда. Выпустите меня, пожалуйста. Зачем я пойду-ка на какое-то кладбище? Наш главный герой приехал в город, чтобы узнать, правда это или нет. Вводятся ли здесь на самом деле призраки или нет. Так, и чего? Press Tab to open journal, press Space to change tool. I'm gonna prove... Действительно, мне нужно фотографировать эктоплазмы и samples, и что-то там еще. Открывай. Spirit Box Readings. Предметы. Flashlight, Night Vision камера и Scintic Flask, Spirit Box. Эктоплазму, короче, надо собирать. Так, переключаться как тут? На Space. На Space переключаемся. Так, это у нас камера. Ну, это как бы классика. В таких играх нужна камера в любом случае. Так, она, наверное, еще и фотографирует. Да, это фотография у нас делается. Так, следующий предмет у нас что? Это фласка. Фласка для эктоплазмы. И есть Spirit Box. А, это вот эта рация, которая у нас говорит о том, что на самом деле у нас... призраки какие-то вводятся, и мы будем искать их, наверное, с помощью этой ерунды. Опа! А чё это? Я прыгнуть хотел, твою-то мать, а он не прыгает же. А он вообще не прыгает, он вообще без этого, без ноги, что ли, в конце концов. Нет, он вроде ходит чем-то. Где тут? А у нас нет ног. Тень от нас есть, а ног нет. Вот так счастье-то. Ладно, наверное, нам сюда. В камере. Кто? Ну-ка. И чего с ним делать? Дружок. А, дружок. Мы что с тобой делаем-то? Не, а что мне с ним, правда, делать-то? Он там был! Я его сфотографировал даже. Это эктоплазма или что? Погоди-ка. Нас будут пугать кто? Призраки или будут пугать нас очень страшные эти? Очень страшные какие-то звери. That smell, эктоплазма. Two more samples should to the trick. Мне еще две надо найти, я так понял. Понял. Погоди, нет, давай выключи эту дурость. Если бы ты быстрее немножко это переключал, было бы вообще здорово. Нас должны пугать начать. Я предполагаю так. Здорово. Дайте я еще раз щелкну. Я тебя сфоткал. Ищи себя в этих. Угу. Там, в тех самых местах. Так, это у нас что? Bro, I can't believe it. Cold spot. Better take a reading with the spirit box. Подожди. И чё, spirit box? А чё со spirit box'ом делать? Demon. Демон. Почему ты haunt the grounds?
Чего? Че за бург был? Журнал, говорит, журнал. И чё в журнал? Лив. О! Мужик! Дай за ленту. Ну-ка. Ой. А, это тень такая корявая. Дай сфотку его. Evidence recorded in journal. Я понял. Так, это нам надо сделать три фотографии всего. Три фотографии, три эктоплазмы. Фото 2, эктоплазма 1, Spirit Box Readings 1. А, то есть всего по одному, фотки 2. Я понял. Понял, вопросов нет. Это у нас что? Здесь у нас что будет находиться? Ничего? А, здесь мы были. Были здесь уже. Все, понял. Точно вопросов нет. Так, пойдем туда тогда. Или не туда. Куда нам идти нужно? Так, погоди. Мне нужен фонарь. Без фонаря здесь вообще ничего. Ни фонаря не видно без фонаря. Так, давай заканчивай со своей перделкой и включи фонарь. Кто придумал на пробел переключать предметы? Он же так это медленно делает. И что мы здесь ловим? Пришельцев? Никого не видно. Фласку тут точно не нужна. Мне нужен этот говоритель с демонами. Тут не говорит он с демонами, ну. Что делать? Если говоритель сломался, что делать-то? Another cold spot. Time what a second reading. Я три раза нажал. Может быть, достанет он? Хрен она не достанет. Вот что он делает. Надо просто ждать, пока он открывает. Демон, make yourself now. Покажи что-то или дай мне знать что-то. No? Эй! Дай. Чё дать тебе, блядь? Дурак. Ты же умер уже. Или не умер. Эй! Дальше чё? Дай, говорит. Мне сфоткать кого-нибудь надо, нет? В могилу можно спуститься? Нельзя спуститься в могилу. Заканчивай же. Два? Да, два Spirit Box Reading. Ой, блядь, пойдем дальше. Эту эктоплазму нам надо собирать. Мы же такие эти ученые прям. О! Привет! Я тебя сейчас фоткаю, у меня будет три фотографии. Дожди-ка. Ну. Все. Эктоплазму вижу. Три фотографии есть. Две. Идти, короче, эктоплазму сейчас. Еще раз поговорить и еще эктоплазму. Иду эктоплазму. Блин, нажал на пробел. Случайно я нажал на пробел. Ну, я хотел прыгнуть. Я никогда не отучусь, наверное. О, забагалось. У меня теперь есть фонарик вместе с этим. С фотографией. Ну-ка. Остался одна, это, как ее называют, эктоплазма. Поговорим, может, нет? Не поговорим, говорит нам демон, потому что я, говорит, не хочу, я занят, отстань от меня. А я что могу поделать? Мне сказали ловить тебя, я тебя ловлю. Мне вообще фиолетово, будешь говорить со мной или нет, занят там или нет. Давай уже. Глупостями не занимайся, по кладбищу бегаю, ночью делать мне больше нечего. Я сейчас бы спал и лежал, и никого бы не трогал. Нет, блин, нужно мне именно сюда прийти и искать этих демонов. Вот серьезно, что? Чё это? А, это, видать, какая-то это постройка, в которую можно зайти. И что, я зашел сюда, и дальше что? Долго я тут это пыхтеть-то буду, нет? А, я здесь был уже, елки зеленые. А где мне еще-то надо найти, что? Кладбище кончилось. Назад, что ли, бежать? Ну, видимо, да. Пойдем назад. Здесь мы были. Сфоткать мы всех сфоткали. Нужно эктоплазму найти. Нужно поговорить еще разок. То есть, по факту, осталось хрен да ни хрена. Что такое-то? Это вообще бесконечно можно бегать, мне кажется. Говорилка сломалась, по-моему. Слушай. Может, на первом кладбище нужно было все это найти-то? М? Чё я тут туплю-то? Да, наверное, чё я? Мозгатка не фоли. Вот эктоплазма.
Левая кнопка мыши — это Collect Sample with Flask. Ой, бля, давай, переключайся, пожалуйста. Кто ж так придумал-то? I think I have enough. Так, да, осталось поболтать с этим, с дурачком. Ну-ка, где тут? И с этой стороны, скорее всего, должен быть еще один склеп, в котором... Ой, even colder than the others. I better do the final read. What is your name? Лив, убирайся. Убирайся. И чё? Лив-то, Лив. Да что ты чё? У меня всего по три, дальше что? Кровь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. My God is real. It's real. Нет, не real. Дурак. А! Застрял, застрял, застрял. That was close. That was close. Time to get back to the lab. This is why it's available. Escaped. Все, мы выиграли игру. В принципе, ничего сложного в этом не было. Немножко жутковатые, но в принципе, ну, так в целом ничего страшного. На этом мы с вами прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.